Да хуйня машина. Встретились как-то два работника, которые могут нюхать, но не могут пробовать. Гинеколог, доставщик пиццы. Чего, блядь? Сука. Обиздить бы пару пи... Асу. Заебло все. Бля. Ты я после стрима. С анекдотом вы начинаете. Занимается любовью отец с сыном. О, это когда сам с вами просто. Смотри. Чего, блядь? Да. И сын плачет, и отец говорит: видишь, как плохо, что мама умерла. Что это такое? Блядь. Бомж, который думает, что пришел конец. Сука. Русский, когда мировая общественность сравнивает открытие Олимпиады в 14-м и в 24-м в пользу России. Сука. Гол! Ой, бля. Я? Почему я? Я... Господи, бля. Сука. Тумати для лысых нищебродов. Для меня, кстати. Чё, блин? Все, о чем могу думать, это скрин и все те персонажи, которые связываются с ним. Ну что, допрыгался, щенок? Ребят, вы кого со своими скинами напугать хотите? Вы что, не слышали про новый режим на CSGO Run? Режим Kings Battle уже на сайте. Вступай в равную битву с лучшими бойцами и покажи им, кто тот папа. Или сыграйте со своим другом и выясните уже наконец, у кого больше ствол. Что теперь скажешь? Ребят, вы чего? Быстрее переходи по ссылке в закрепленном комментарии и забирай халявный скин по промокоду. Я надеюсь, что наши пути больше не пересекутся, к тебе у меня только чистая ненависть. Можно переночевать, меня из дома вышвырнули. Я тебя жду. Понятно. Ты чё? Симпатичный сникерс. Блядь. Ищет привлекательную балку. Бля, у меня девушка для... скоро к гинекологу идет. Нам нет 18. Как думаешь, спалят, что мы ебались? Да. Постоянного твикса, без киндеров, киткат. 18. Не, может, я там корнишон, и особо там ничего как бы это самое, да? Я не знаю просто, но мне кажется, да? Ебать, что? Чё, блядь? А, да? Ох. Нихера себе, бабуль! Еба! Наша слониха, бля. Какого хуя ты тут ищешь? Что, меня хочешь, да? Я, блядь, тебя урою. Тойота. Ой, блядь. Я думал, подписка. Какая-то ее, что это было? Дарья Нир, спасибо. Тренируйтесь, и вам будет без разницы, кто перед вами стоит, жена или дети. Ты что, дебил? Чего, блядь?
Да, это мы видели уже. Водитель встречного КамАЗа, когда увидел, как на трассе зацепились две двухлитровые BMW. Ух, что эти автомобильные тиктоки, они такие смешные. Чё, блядь? Русские такие хмурые, никогда не улыбаются. Русские, когда депортируют мигрантов на родину. Не надо. Вот ее знак, и вот написано ГАУ. Это гей. Азу, что здесь нам что-то доказывает, что... Азу? Что за хуйня, господи, блядь. Да бракек, у тебя все нормально? Хуйню, блядь, вообще нарезал. Че это за дичь? Выковыривал козявку 20 минут, меняя пальцы и дыхание, но так и не смог ее достать. Она просто исчезла. Эта песня делится на два типа. Экстатип. А вот тут прикола, я, кстати, не понял. Ну, осуждаю, да? Я не знаю, что это такое. Или, может, знаю, но забыл. А, это тот, кто убил эту... О, осуждаю, блядь. А при чем тогда этот трек вообще? Я что-то не понял прикола. Блядь, что за... Блять, что за хуйня, господи. Очередное доказательство, что зло побеждает добро, или почему люди так поступают. Вау, какой крутой. Что? Бля. Бля. Соболезную этой мадам, которую принимала. Не понял. О, не шарить. Это Амстердам. Это улица красных фонарей. Это комната с проституткой. Он выходит из этой комнаты. Понятно? Ща, блядь. Чего, блядь? Фу, блядь. Всем девчонкам нужен. Здорово. Австралия, у меня из Австралии зритель. Охуеть. Первый, наверное, кто меня смотрит из Австралии. Старый, ну чё ты? Блять, а. Что такое случилось с тобою? Что, блядь? А, ну да. Я не могу быть пьяным по определению. А он тут разве пьяный? Чё скотул? Че, сука. Вот, это енот как енот. А он Катюха, говорит, не ори на меня, говорю. Бля, ебай. Катюха? Я не могу сдать на права уже в третий раз и решаю зайти в соцсети, чтобы отвлечься. Вы видите это? Это самая обычная собака, которую научили водить за два месяца, и она сдала экзамен. Понял. А что такое лягушка для зарядки батареи? А что такое лягушка для зарядки батареи? Я тоже не знаю. Ты не знаешь? Нет, какая нахуй лягушка, блядь. Ебать, ты зумер. А, то есть, если я не знаю, я зумер. Я не в курсе вообще. Какая нахуй лягушка? Да, я в шоке, конечно. Не, я не зумер, но никогда вообще не слышал об этом.
ничего. Вообще, ни о какой лягушке никогда ничего не слышал. А у меня разные телефоны были, кнопочные в том числе. Сука, ну, блядь, ну это пиздец какой-то. Ну, блядь, ну это, блядь, это... Блядь. Твоя жопа, блядь, когда за этих заходит на стрим. Все, короче, блядь. Блядь, пиздец. Ой, блядь, я вахую. Пиздец. Как только стукнет 20, еду от родителей. Эй, мать, курица готова! Ма! Никто, абсолютно никто, что мне скидывает друг в 3 часа ночи. Твое имя на устах. Блять, что за хуйня? Мы в детстве играли в куклы и дочки матери. Не берем никакие виды обиженных там, опущенных и так далее, чтобы вам было комфортно воевать в своем коллективе. Шеруйте, поможете мне, люди. Ладно. В России предложили платить 100 тысяч рублей за доносы на мигрантов. Вы укрываете у себя таджиков, ведь так? Бля! Бля! Слушайте, прям как... Да. Бля, что тут коты, которые не боятся воды? Они вообще здоровые, нет? Что-то у них как будто бы что-то в мозгу отсутствует. Какая-то нейронная хуйня, отвечающая за страх. Вот. Нормально. Сука. Я не понял, ты на кого решил наехать, фраера? Сколько ходок? Где чалился? Под кем ходишь, чепушила? Не нахуй, бля, добракек, ну реально. Коты, которые не боятся воды. Приучены у них с детства, та и все. Да? Зюм-зим, спасибо. Здравствуй, Полина. Я решил спеть песню для тебя, Полиночка. Полина, на... Боже. Чё за нахуй? Ладно, я в душ пойду, позже тебе напишу. Да, хорошо. Фоточки скину, а то вижу, ты скромничаешь что-то. Неужели этого ответа я ждал всю свою жизнь? Когда текст отправился раньше видеофото, и теперь ты выглядишь как шизофреник. Бля, было. Поэтому я теперь всегда сначала фото или видео отправляю, а потом уже текст. Сосать Америка, сосать Америка, сосать Америка, сосать Америка. Хорошо, я понял. Купи... А? На самом деле, я ничего не понял. Бля, у меня собака жрала ей вот эту вот херню. Дед, да я войну прошел, а ничего не боюсь. Так же он, когда видит, как бабушка идет домой, а он датый. Честно. Датый? О, зумеры, блядь. Что такое даты? Это когда бухой, пьяный. Гандон? Это такое импортозамещение или букву пропустили?
Шаума. Бля. Подожди, это что, реально так? Серьезно? Пиздец. Реально? Он переехал ее 20 раз, чтобы она стала... Он переехал... И что? Ее 20 раз, чтобы она стала похожа на спагетти? Что? Похожа на спагетти. Кто? И всем здорово, народ, вы на канале Ленчик Зайчик. Вместе с вами мы сегодня отправимся в реальную жизнь. Вот видите, я с лицом снимаю вам сегодня видос. Блядь! Что за хуйня, блядь? Кончены. Чё? И что? Что? Я люблю представлять, как убиваю, не спеша. Слышать их крик в ушах, покидает душа, тело вертлявого ужа. Chào anh em là con gái miền Tây. Mới lên thành phố được con. Все? Что? Просто офигенно, кушаю пиццу и смотрю видос. CSGO, кофе. Блядь. Вы что, самый выебистый? Сука. Да заебал ты своими членами, долбоёб. Ебаный твой рот, ебучий доброкек, блядь. Ты чё нахуй вообще, что ли, блядь? А, я не знаю, обострение какое-то. Сука, дебил, блядь. Асу. Чего боится папич? А, он боится то, что я солью... Операторшу. Это первое, я думаю, он этого пиздец как боится. Думаю, пора вычитать кумраси калечить. Выбора нет. Смотри, что покажу. Берешь смог, подходишь вот сюда. Да ебучий софтбок, сука, третий раз падает, пиздец. Блять, а что-то, да, блять, пиздец, так легонечко упал ему на голову. Да ебучий софтбок, сука, третий раз падает, пиздец. Блять. Массажер. У меня такой же. Массажер для... Это массажер для, там, ну, шеи, например. Если этот машина ехает в толпу цыган, ехай, машина будет очень пострадал. Зависит от того, как сильно в них врежете. Сильно. Сильно? Но если кто перекатится через капот, лобовое стекло треснет. А как быстро надо ехать, чтобы... Рататуй, курва! Рататуй, курва! Мини-бобр! Мини-бобр! Когда дал тугую шутку в движухе Милов и видишь, как кто смачно хочет пригубить гуся. Наконец-то! Байден дал потужный самолет! F-16! Кеворг? Кеворг.
Так, подожди, а что там Братишкин забыл? Это его родственник, что ли? Коворкинг? О, блядь, ну алло! Фу, блядь. Ебать, сказка. Да ты шо, ебать. Я ебанулся. О? Алло. Алло. Бля, ну ты пиздец, тварь. То есть он звонит по объявлению... Где указано, что потерялась собака. Начинает гавкать в трубку. Хозяину. Этой собаки, которая потерялась. Ну и мразь, блядь. Сука. Шо, блядь, а хозяин смеется? Ничего не понял. Ой, ёп. Пожалуйста, не... При покупке авиабилетов ставлю галочку, что я врач, чтобы получить скидку 10%, так же я, когда в самолете кому-то стало плохо. Умирай, или мне придется тоже. Wake up. Сука. Вопрос к девушкам, что выходить спросить у парней, но стыдно. Вы правда не злые, а агрессивные, я просто вас очень боюсь и стесняюсь. Чё, блядь? Неправда, я злой и агрессивный. Хитрая морда делает вид, что словно не кусал вчера маленького... Бля, чё с котом? Блядь. Счастливые, да? Когда у тебя друзья со вторым израильским гражданством, а значит, могут участвовать в двух военных конфликтах сразу. Счастливые, да? Счастливые мрази! В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и... Ебать. Ля, сука. Мэрис, you cannot just start speaking Russian. No one understands. Big Bobo. No one's Russian. We talked about this many times. You keep doing it. Да, блядь, я не понимаю, потому что... Я. Что это за хуйня, не понимаю? Я больше не могу терпеть игнорирование. Я тебе сейчас съеблю еще раз хуя! Мы идеальные пары, самые классные форсы. Не понимаю, почему рейтинг шаурмы 1.5 балла и скидка 80%. Ты любишь меня? Конечно! Какие вопросы? Я распадаю. Блядь! Сегодня знакомимся с моей мамой, давай только без своих фразочек. Здравствуйте, я не знал, что у моей девушки есть сестра. Когда ты сказал девушке, что тебе не нужен список покупок, ты и так все прекрасно помнишь. Ты
Да заебали, блядь, с ним уже. В чем прикол-то, я не понимаю. Порноактер. Да я понял, ну а почему вот его форсят? Что он сделал-то? Да этих порноактеров огромное количество. И... Playboy from 1977. Damn. Гей? А, ну и что? Уля, бля. Уебок, блядь. Уебок. Ладно. Как вот. Уебок, блядь. Это факт. Слышь, пидор. Это реально было? Осуждаю! Подождите, это было на стриме на Твиче? Почему я не в курсе? Он не договорил последнюю букву. А по-моему, там уже не имеет значения, с последней буквы или нет. А слово уже сказано. Он случайно сказал. Да я понял по выражению лица. Осуждаю. Фу, блядь. Что нужно было сожрать, чтобы такие глисты появились у тебя? Эу. Что? Дрости! Дрости! Чёрт! Их вильник. Все-таки в Россию приехал. Ком Тринкен. Их вильник. Блять, что? Ты взял горячий суп с плиты и думал, что донесешь его к столу, но что-то пошло не так, и ты теперь стоишь перед выбором либо суп, либо пальцы. Саске до качаю. Учихай тачива шибо. Почему в мире, где есть электромобили, виртуальная реальность и скоро ракеты полетят на Марс, шланг для гастроскопии размером с хуй слона? Может, пора его потоньше уже как-нибудь сделать? Реально, блядь. Или я не знаю, камеру в виде таблетки какой-то, что ли. Проглотил ее? Она у тебя через это и в жопу вылезла из жопы у тебя. Пройдя через все твое вот это вот то, что там внутри. Есть такое? Глотали. Where I here? I'll be back in the morning. Фу, блядь. Ебанулся, что ли, это не колбаса тебе? Кен попадает в тюрьму и определился сидеть мужику. Что? Wake up in the morning, I got murder on my mind. AK-47s, Mac-11s, Glocks and 9s. And all these people, they be hating, trying to knock me off my grind. But I can't let them do it. The little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the streetlight. За шо, кота?
Блять, ну... Should have listened to old Gotham. Я вот, блядь, думал, Брайан Мапс играет в шахматы. Ну это просто полный пиздец. Ну как можно сыграть слон опять, когда защит... Ну, ферзь защищает слона, а после этого поставить короля... Перед... Согласен, это реально пиздец. Ну вы посмотрите, блядь. Я тоже вот об этом сразу же подумал. Типа, куда ты идешь, блядь? Королевой вот так. Ну как так можно играть? Факт. Ну полный пиздец. Полный пиздец, реально. База. Пиздец, блин. Скачать фото, где девушка лежит огромная, жирная, под самолетом вентилятором и под юбкой задувает от жары, не может уже. Крутые факты о жуках. Однажды тебе придется ответить за свои поступки. И Господь может быть не таким милосердным. Чувак, ты думал, что-то здесь будет? О, нет. От тебя воняет говном, даже отсюда чувствую. Закрывай, закрывай видео, иди нахуй. Друг крутой, а ты лоханулся, сука. А, блядь. Ты что, охуел, блядь? Вот тут что, охуел, блядь. Мега заносы, блядь. Я охуел вообще. Я вообще за счет такой, блядь.